Ленинское структурное подразделение профессионального колледжа «Московия» – одно из крупнейших. Специальности, которым здесь обучаются ребята, востребованы. Преподаватели колледжа нацелены на поиски новых форм работы. Практиканта Бобровского Владимира Викторовича, осваивая электромонтаж и создавая показательные стенды, постоянные участники различных конкурсов. Практические занятия у ребят проходят в хорошо оборудованной мастерской. Они обеспечены на данный момент инструментарием, хорошими посадочными местами за рабочими верстаками. Система защиты у нас не двойная, а тройная. Профессия электрика очень востребована на рынке труда, так же, как и другие, которые ребята здесь приобретают. В 2010 году был заключен договор о сотрудничестве с московским аэропортом Домодедово. И в колледже успешно работает программа «Приток». Конечно, программа привлекательна еще тем, что работодатель на сегодня, Московский аэропорт Домодедово, очень сильно мотивирует ребят тем, что проводит массу корпоративных мероприятий. Вот недавнее событие у нас – это деловая игра «Sky Game Practice». Она проходила в Московском аэропорту Домодедово. Задействовано было более 300 студентов, которые выполняли весь технологический процесс прилета и вылета. То есть ребята сами были водителями, сами регистрировали на рейс, сами проводили досмотр. Это было очень интересно. И, конечно, ребят это очень и очень сильно смотивировало к дальнейшему участию в программе. Я определилась со своей профессией, это мое. Я так это поняла. Колледж очень нравится. Практику мы проходим в терминале корпуса Домодедово, который оснащен самым настоящим досмотровым оборудованием. Там же для нас создаются реальные ситуации, как в жизни. Мы целый месяц обучались на сейф-скаутах, на интероскопах, занимались тактильным досмотром пассажиров. Вот, все интересно, все было организовано на высшем уровне для нас. Учащиеся колледжа занимаются спортом, участвуют в различных мероприятиях, как районных, так и всероссийских. В профессиональном колледже Московия активно работает студенческий совет. Сегодня в него входят почти 2500 студентов со всех обособленных структурных подразделений. И в планах на будущее, именно у нас, у обособленного структурного подразделения Ленинска, это принять активное участие в развитии молодежного совета Ленинского муниципального района. Ленинское структурное подразделение колледжа обучает ребят 8 специальностям и готов открывать новые факультеты по другим востребованным профессиям. Зная потребность в кадрах именно медицинского, младшего и среднего медицинского персонала и Ленинского муниципального района, городского округа Домодедово, мы готовы к тому, чтобы открыть такое направление, как сестринское дело. Мы знаем, что такая потребность есть и у ребят. Это пользуется спросом среди школьников. Очень много кто хочет осваивать эту специальность. Выпускники колледжа работают во всех сферах народного хозяйства. Многие остаются в Ленинском районе, продолжая обучение в высших учебных заведениях. Добро пожаловать в колледж Московия! Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.